Вот, друзья, приехали апартаменты. Называется Анна-Мария. Такая кухня небольшая, туалет, ванна. Ну и лоджия. Ну и самый красивый здесь в этой части апартамент, хотя они тоже сами, конечно, очень красивы, это вид. Что, у вас там опять розеток нет, мастер? Так, спальня, одна спальня, первая. Вторая спальня. Таких шикарных пляжей, как пытались, здесь нет. Да. Ну, дело в том, что они песчаные, мам. Там широкие, нет, они тут неплохие пляжи, но дело в том, что они тут... Проблема в том, что они тут... Не, море хорошее, только добраться до него. Это где хорошие мягкие доски? Нет, песчаные, да, песчаные. Да. Сейчас пойдем, нет, Сергей. Тоже коттеджи, видать, остаются. Да, коттеджи тоже. Сейчас здесь немножко. Все такие грустные. Да вообще тишина какая. Странно, да, могли бы немножко увеличить сезон. Друзья, я считаю, Хорватское море — это одно из самых чистых морей. Я имею в виду то, что находится в Хорватии. Так-то оно адриатическое. Мам, да вон там проход уже есть. Ой, какая красота. Мам, только под ноги смотри, давай. Угу. Отвлекаться потом будешь. А мы сейчас посмотрим там бухту, а потом туда придем. Нет, там тоже пляж, Ален, там пляж. Пошли. Не, я считаю, что здесь оно в бухточке будет, может, теплее, там вода, Ален. Вода будет теплее, потому что там бухта. Ну, ноги, да, смотрите, ноги. Ну, как тебе, мамуль? Ой, сказка. Да, и вот это все. Ой, а какой воздух, а? А море какое? Не, море вообще шикарно. Я вообще такого не видела. Не видела такое? Нет. Да ты что? Не, ну это действительно. В Словении оно мутноватое все-таки, да? Ну, это... В Италии тоже мутноватое. Я бы вот по такому не побоялась, если
более-менее теплой погоды. Так, под ноги мы, под ноги. А вот видишь, акваланг плавает, это такой аквалангист. Слушай, ну море, конечно, шикарно. Да я снимаю. Снимаю, да. Ну и друзья, конечно, нам повезло, людей практически единиц, можно сказать. Вообще никого нет. О, два человека. А где спускаться? Ну а что, мне кажется, вот в лагбуне даже это теплее будет вода, чем там в открытом, правильно? Да. А здесь оно это все-таки нагрелось. Так, мам, под ноги, тут камни, видишь? Красота. Друзья, скажу, что водичка, ну просто супер. Я бы сказал так. Вот посмотрите, люди просто выйти оттуда не могут, наслаждаются этой водой. Толпа людей. Толпа людей, толпа, толпище. Ох, сколько их много. Один, правда, вообще не захотел заходить. Вот он, сидящий. Вообще не хочет. Говорят, комары его искусали. Второй человек стоящий. Он просто зашел и вышел сразу. Да. Вода слишком, да, горячая. А другой, вот, который на Волге, вырос на Волге, говорит, в июне уже купались, там в первых числах, в конце мая уже все, бегом. Вот он больше всех уже. Уже не выходит оттуда. Да. Уже 40 минут в воде, и все, не нарадоваться не может. Вот так вот. Не, вода действительно хорошая, где-то в районе 19, не, в районе 19-20 градусов, в принципе, вода. Вода хорошая. То есть не скажу, что прям как парное молоко, но очень близко, очень близко. Как холодный кофе. Как кофе, да, холодный кофе тоже из холодильника. Ну, вообще красота. А так мы находимся... городок Кырк на острове Кырк, и вот такая вот прекрасная бухточка, очень красивая. Но, друзья, не показывают, как не показывают, наоборот, сказали снимать, дочь разрешила. Нет, как для своего? Нет, это все пойдет в общее видео. Я скажу за это все. Я выражу. Ну как у нас там перевернуться? А грязи как хватит? А там, наверное, купаться. А сейчас, да? Да? Нина Сергеевна, это же вообще, это кадры, можно сказать, на всю жизнь. Отлично. Не торопитесь, не торопитесь. Все, убираю. Друзья, ну, конечно, красивейшая бухта.
Вообще вода хорошая, 20 градусов где-то. Вообще прекрасно. Прекрасный пляж, я бы сказал. Ну и сейчас идем на другой пляж. Там, где солнце еще есть. И немножко там посидим. Не, вода, конечно, шикарная. Она, во-первых, очень чистейшая, прям чистейшая вода, прозрачная прям. Вообще класс. Да, друзья, даже не верится, что это конец октября. Тут какой обрывка. Мама, отойди от обрыва, идите сюда. Не, ну вы что-то прям так это волнительно на вас глядя стало. Thank you.
Ой, а какой отель, какой вид из отеля. Вот хороший. Не надо на попе ползти. И на Татошу похож вход. Наверное, с 1 мая. С 1 мая где-то по 30 сентября. Хорошее место для отдыха. Мне кажется, мам, это тоже мурая, только вид какой-то это мурая. Ну, да, вот она. Да. Она очень обалденная. Ну запах, да, вот именно мурая. Вот смотри, вот как отсюда красиво. Сосны эти, да? И сюда. Ой, какие места. Великолепные. Так, направо идем. Туда, по да, по лестнице. Да, места шикарные. Кстати, набережная тоже очень хорошо сделана, да, видишь, тут все как. Включенный свет? Где Ален? Вот. Ну тут все равно, наверное, кто-то один цветочки. Да. Нет? Мне кажется, это другое что-то. Ну я думаю, что они тоже пахнут. Они... Слушайте, мне кажется, вот они и пахнут как раз. Нет? Да, это они пахнут. Причем очень сильно. Ой, ребята, какая красота, а? Смотрите. А посмотрите, как красиво, а? Ух ты!
Ой, какая красота, мам, посмотри. Вот это класс. Самоедская? А как мы звоним? Самоед. Да. Нет, тут не знаешь, что он себя есть. Ну как называется? Красиво. Слушай, ну они себе дом как красиво сделали, да? А что, Бугенвилле ей ничего не надо. Если погода позволяет, то она... Она не требуется мне совсем. Алена, а это все цветы такие. А сейчас много таких сажают, не знаю, как страшно. Ага. Ой, как красиво. Из Алисы в стране чудес. Слушайте, ребята. Не буду вытаскивать телефон. Надеюсь на твой ролик. А мама сейчас все придет.